парень лысый другу потлатому сказал, между прочим, на склоне дня: «Я мечтаю сломать ногой лопату, и это получится у меня». Говоря об этом, он имел в виду древко, ручку, то есть лопаты деревянную часть. И в аккурат на пьянке в день получки нога не дрогнула. Миссия удалась. Видать, не зря он удар долго оттачивал. Твердели стремительно его кости. Ведь любая неуязвимость обманчива на фоне упорства и спортивной злости. Об этом мне рассказали ребята на тренировке по бою рукопашному. Мы все смеялись: «Прощай, лопата!» Мечты сбываются, и это страшно.